Всех приветствуем! Мы, я опять по 74, игрок Фёдор, продолжаем наши турнирные посиделки в Героях 5. Сегодня... А что? А чай принесёшь или нет? Нет, только я кофе пить будет. Хочу. Мы на сухом пайке сидим только в Героях. Так, и сегодня этого у нас... не было в моем контракте. Записал меня тут в рабство. Ты вообще за бесплатный херач. Вот, я же это и называется рабство. Даже чайку не дает, сволочь. Люди, помогите. Выпустите меня, да? Сегодня у нас простой боец Ласло, за которого вообще ничего придумывать не надо, блин. У него и магии особо нет. У него ничего и не придумаешь на самом деле. Только хардкор, только вперед, только бить. И неожиданно прошедшая во второй раунд Ора, за которую придется Федору что-то попридумывать. Хотя в этом спец больше я, но правила гласят, что раз Федор за Ору не играл, а за Ласло он сыграл второй бой, поэтому ему придется играть за Ору. Вот, но если что, если вдруг у меня какие-то идеи возникнут во время боя, то я могу, ну и Ора проиграет, то я попробую, конечно, за нее что-нибудь сделать. Ну за Ласло за него на самом деле вообще ничего не придумаешь. Ну у него, конечно, столько мечников. Ну разделять их смысла нету вообще, мне кажется. Будем умножать, поехали. Би-би! Так. Оба такие, так. Такие, так. А у тебя там же есть стрелки, да, какие-то? У меня кто-то да есть. Вон за грибы спрячь их. Я их сейчас. За грибы. Я их все равно сейчас найду. Просто грибы. Все, залазил вообще. Тактика простая. Иди вперед и кроши всех на мясо. Иди вперед, спасай всех. Да. Так. В принципе, гремлины они урона особо не наносят, особенно твоим этим самым. Так что я, пожалуй, ими закроюсь. Просто закроюсь. А хотя не, блин, это проблема. Черт, это же маги. 4-9. Да, навыки у тебя, конечно, хромают. Всего лишь 4-9 у меня. 12-13, ты заколебешься мне. У меня боевой дух 8, охренеть, блин. Ну это Ласло, простой боец. 8, боевой дух, у тебя вообще ни удачи, ни боевого духа. Как ты умудрился этого Файдаена, не ты, а этот, как Ора Файдаена умудрился вынести, если, блин... Если у нее ничего нету. Мы сейчас заставим либо подвинуться твоего мага... Нет, все, нет, нет, нет и нет. Ладно. Палатка хоть ходиться не будет. Да, он даже палатки ничего сделать не может. Так, ладно, что она умеет? Она умеет у нас магическая стрела, мана 2, ну и урон соответствующий. Да. Вот сравнить с Назиром, да, у которого там, блин, хаосом херачит, блин. Просто бабах за Назира и все. Ну вот останавливающий холод у нее неплохо дубасит. Ори бы могли бы хотя бы по навыкам чуть дать там атаку защиты. Побольше раз. Или у него магия там есть интересная? Я просто не помню уже. Ну как интересная? Я даже не знаю, сможет она хоть что-то. А кстати, у тебя же горгулья стихийная встала, ну, возле, слушай, мечников, а ты не знаешь, и ослабила. Много вообще урона наносит. Да и лучше не делай. Я его просто сломаю и все. Ну да, действительно. Делай, останавливаешь тогда холод или там что, клона делай. Я тоже думаю. Клон что... есть, мага, можешь клонировать? Да, да, да. Ну я вот, попробуй. Я мага, наверное, пожалуй, клонирую, потому что у меня по сути больше-то ничего нет. А знак волшебника, ну что, связывается с целью. Так что эффект последних заклинаний действует на цель, удваивается. А, вот, кстати, может связь волшебника, это вроде, если ты сделаешь останавливающий холод, он как-то... ну, допустим, знак волшебника делаешь на мечника. Ну, делаю на мечника и... Вот, я так понял. А делаешь, допустим, ну, холод на ангел, то на того мечника, до которого ты сделал знак волшебника, на него также ударит. Вроде так это работает. О, удачу поднимай своему там магу или кому там. Или он понижает удачу. Не, повышает.
своим... А, он на своих это еще, вот я не знал, что он на своих делает. Знаешь, а вот за счет этого, я думаю, может, он даже будет и пополезнее, чем... Хотя, что толку, что я поднял? Сейчас грифон прилетит. По голове дасть разок, и все. И мага не будет. Последней надежды человечества. Гляньте-ка, он еще жив. Ё-моё, он всего 4 грифона может забрать, ты представляешь? Если он такой урон грифоном наносит... Два мечника, это вообще, это ни о чем. А у него нет этот огненного шара? Нет, а, нет. Его кулак только. А, да, это же другой маг, дурацкий, блин. Ну там... Ты если сейчас по диагонали удашь, ты вроде своего мага можешь зацепить. Не-не-не, а, ну он показывает, что не зацепит. То есть, ну он не светится желтеньким. А, то есть грифон, ангел и мечник, да, цепляются? Не-не-не, только грифон и ангел. А, ну ладно, может так. Это самое, мне вот интересно, что у него за бонус, я не пойму. Магическая атака же, стрельба без штрафа. Приглушение магии что-то он делает и все. Ну это бред, блин. Ну во, самое полезное, что я сейчас могу за него сделать, это вот. Все, самый большой урон, который я могу нанести. Ну да. Был бы этот... Мне кажется, тут даже передираться смысла не будет. Я уже чувствую, чем все закончится. Ну да. Я даже не знаю, что здесь придумать. Я, это... конечно, могу... Я, так конечно, что, могу... Файдаэль настолько слабый, блин? Я, конечно, могу тебе эстафету вручить, но... Я сомневаюсь, что там ты что-то сильно изменишь, честно скажу. Вон, стреляй вон по прямой грифонов и мечников. Я их хочу по прямой. Хотя там также заденет мало. Да, что? Это, блин, полчаса дубасить и... Ты че там кунфуист, блин? Он все равно не может никуда походиться. Он покажет, какой он крутой, и умрет. Ну тебе хоть повезло в этом. А че толку? Скажи, тут еще сотка мечников таких. 2 сотни мечников. Просто 2 сотни мечников, и этим все сказано. Один, нормально. Так, круто, у меня уже этот стрелок не может стрелять. А, нет, стоять может. А че, хочешь прикол, я не могу в твоего грифона выстрелить. Могу в остальных стрельнуть, но не в грифона. Потому что он этот маг, да, стоит по линии. Причем здесь маг? Он же своих всегда цепляет, если что. Так я... А тут он именно не может выстрелить. У меня стоит этот крест. Нет, а, ну ладно. Палатку убил. Видишь, маленькая победа в этом жестоком мире. Делай знак волшебника, останавливаешь ход на мечников. Давай. Хотя, мне кажется, это не шибко мне уже поможет. Ты без этих мечников, пока не добегут, всех раздубасишь. Я, подожди, я думал, это сразу делается. Это что, не то, что ли, ты сделал? Так, волшебник. Странно. Ну, это надо следующим еще. Не, мне кажется, он делает, а потом сразу магии ты долбишь. Дай толку, даже если бы я это, я сомневаюсь, что... Я тут что-то уже... Ора не настолько часто ходится, чтобы ее останавливающий пол что-то там, какую-то погоду сделал. Вот у Оры много Ора. Вторая попытка. Да что ж такое-то? Ора, ну вот умора, а. Хочешь прикол? Я так и думал. Еще разок. А теперь самый крутой человек на планете. Сделай то, что никто не делал. Он убьет всего лишь 8. Я думал, ангела ударишь. А я тоже сначала хотел, а потом посмотрел, что толку нет. Что там нет, да? Да, просто что не... Просто, знаешь, такой, нет. Дай его. Просто вот так вот. Хотя мне сейчас, наверное, стоило их поставить рядом с этим. Он же стихийный там. Все дела. Мечники потихо подходят. Ну посмотрим, как твой знак волшебника помог. Нет, ты вот ангела долбани, потому что возле него стихийная горгулья, может... Сейчас посмотрим, что у нас там с уроном. Может как-то сработает. Так, блин, что у нее дофига заклинаний, ни одного полезного.
Ну, блин, знаешь, два ангела убивает. Ну, давай. Так тоже два. Сейчас, подожди, я хочу варианты посмотреть. Одного. Ну, стихия, в принципе, конечно. Блин, знаешь, даже слабенькая молния на 160 урона убивает. И стрела на этот самый, на два одного ангела убивает рядом со стихийной этой горгульей. А, типа работает что-то? Да-да-да, плохая, конечно, штука. Горгульи, ну блин. Ух, а, вот он-то что фишка делает. Так я тебе и говорил. Все, все, я понял. Я, до меня дошло теперь. Ты говорил, но я нифига не понял. О, да ладно, встретились, какой попытки. Да. Дяденька, давай обалдеть. Ну всего 8 мечников, это вообще, блин, ни о чем. Так, кто будет ходиться? Ну давайте. Так говорю, если бы эта ора ходилась бы хотя бы раза в два чаще, может быть, что-то там еще и. А чё я тупил? У тебя ж есть воодушевление. Нет! Другое, чё я тупил? Надзор? Нет, зачем я грифоном бил твоих этих клонов? Я мог сразу стрелой этим ласло стрельнуть и все. И ага. Не было бы этих магов. Нифига ты быстро убил. Давай, мечников, кромсай! Крушить, ломать! А что это у меня снятие? Чёрт за работу. А магическим кулачком посмотрим, может он сильнее ударит. Ну, хотя погоди, 5. Ну, чуть-чуть сильнее. На целых 2. Такой подумал, ну давайте и помню. Ну и тут такие дофига боевые магии, и 41 убивает всего лишь 5. Видите, какие мы боевые. Армагеддон колдануть на 240. Блин, у нее даже Армагеддон так себе. Давай поржем. Потом. А, вот оно что, то есть он всегда действует знак волшебника. Да, да. Но все равно, мне кажется, это погоды не сделает. Вон у тебя еще сотни на подходе. Уставишь горгулей возле мечников и будешь кромсать. Это сколько? Сколько, кстати, у тебя там маны еще? 71. Не, ну она. У нее маны не скоро кончится, но она ходит не настолько часто, чтобы это сделало хоть какую-то погоду. Хотя у нее специфика чаще ходиться, блин. Ну так у этих у них сопротивление 50%. Да я знаю. Мечники вот эти реально хорошие парни. Они живучие очень. Им на все насрать. На всех, на все, да? Да когда я до тебя доберу? Единственный минус. Я хожусь 3 часа. А, из-за кольца вот этого. А, у тебя кольцо где-то или у меня? Ну да, нет, кольцо, которое снижает скорость, зато атаку увеличит защиту. Да но ладно, у меня даже еще и защита есть от магии. Хозяин, надо сваливать. Ну смотри, почти половину завалил. Ну а что толку? Я думаю, ты этих ковырять долго не будешь. Хотя черт его знает, не знаю, я вот только единственное, чтобы грифонами, наверное, почаще бы летал твои. Ну я уж так, может, чуть-чуть для этот. Они бы дольше прожили бы, хотя с другой стороны основной упор все-таки на мечников. Вот единственное, говорю, там хоть какой-то шансик, что вот эти мечники, они еле ходят. Хотя они пока добегут, но, блин, в том-то и дело, что их настолько много, что, блин, на это даже и надеяться не приходится. Ну да. Тебе есть только телепорт и чем-нибудь ударить, телепорт и чем-нибудь колдануть. Не говори ты. Я уже почти дошел, сладкий. Давай, иди быстрее. Там даже ковырять не придется. Просто прийти и разнести. Ты помнишь, как ты за этого самого, за шаг каракуда был у этого? Как его там звали-то? У Виторио, блин. Блин, вот парадокс, играю за любимого героя, вот этого Витория, но, блин, все никак не могу запомнить, как его зовут. Вот, говорю, что как это шаг каракут был, больше всего ковырял. Не, ну вот эти стихийные, они, конечно, да, так нормально увеличивают.
Говорю, ковырял, ковырял, а тут просто разнос сейчас будет. Просто именно разнос. Так. Давайте это сделаем. Да воодушевите кого-нибудь. Даже 40 магов тебе не помогут. Да эти 40 магов вот что делают. Вот что они делают, эти 40 магов. О, смотри, они гремлинов не задевали. А как это так-то? Ты меня спрашиваешь? Я сам удивился. Или эти маги такие специально, они по линии не бьют своих? Погоди, надо почитать. Не, я читал вроде. Ну не, они своих бьют, бьют, я смотрю. А чё сейчас через гремлина так прошло? Не знаю, я сейчас вот просто вспомнил, я когда на твоего ангела наводил, у меня вот этих 75 гремлинов цепляло. Да, включая дружественных, странно. Может, оно там как-то, знаешь, не знаю, что-то не так как-то работает. Ну да, вроде по линии должно цеплять. Странно. Может, глюк какой, может, еще. Ну вот просто сейчас они прибегут и начнут разносить все это дело. Привет, ребята. Давай Армагеддон уже. У тебя, кстати, маг защиту от магии дает. А чё толку от этого Армагеддона? Он урону наносит. Видал? О, зато у тебя голем полечился от него. Какой голем? Ну вон, у тебя был один голем. А он лечится разве? Да, он от магии лечится. А, если на него кто-то стреляет? Ну да, если на него магию использует, он лечится. Нифига себе. То есть на него вообще магию нельзя использовать? Да. Вот это да. Скажи, надо было сразу так делать, да? Да. И чё, один бы голем работал, что ли бы? Именно так. Мак, привет. А, всё равно добежал. А, с ножом Аллах Акбар! А, кстати, это идея. Сейчас я попробую проделать эту фишку. Какую? Ну, Армагеддон. Сколько он там сносит? Давай ещё раз ударь. 240. Ну, в принципе, немного. Мне кажется, ты быстрее убьешь своих. Ну да. Такой до кучи решил ударить. Ну смотри, посопротивлялся неплохо, я думал вообще это не... Ну блин, я не знаю, что тут. Ну-ка, дай-ка я попробую. Сейчас попробуй, давай. Ну что, мы попробуем сейчас. Попробуем что-нибудь попробовать. Подожди, я что-нибудь попробую уже в продаже. Да. Так, что мы тут имеем? Единственное, меня немножко напрягает, вот стихийный... Слушай, а ты не помнишь, надзор, он работает до конца боя или нет? Я вот не знаю. Или вообще он на... Нет, он может и до конца боя, но я не знаю, он на... Его надо... Если на другого ты колданешь, он уже того же не будет, да? Да, он убирается сразу же. Я вот единственное, не знаю, стихийный горгуль, стоя возле меня, меня не ослабит? Тебя ослабит, сразу говорю, я это знаю. Да? Да, они ослабляют своих тоже. Они все. То есть мне его сначала туда в гущу, а потом... Я просто это все запомнил, потому что ты вот как-то, когда их увидел, говоришь, а нахер они нужны. И я тогда там давай в них рыться и читать, что они там вообще. Особенности. Они на всех, короче. Блин, у тебя видишь, доспехи забытого героя, вот это стрёмно. Ну, Ласло, он такой, он именно прямолинейный боец. То есть за него даже ничего и хочешь, даже если ты ничего не придумаешь. За него просто перец. Так. 320. У тебя такие 5 магов такие одиночные стоят. Угрюмые грустные, да? Да, да. Ну я не знаю, я зла стал, наверное, воодушевлением. Ограничусь, буду, блин, стараться продвигать этих дебилов. А то они чуть ходят. Вот мечники у людей, они реально хороший вид войск, но, блин, они очень медленно бегают, ну, в смысле, недалеко. И.. Как это сказать? Ну и ходится не часто. Вот это их, конечно, минус. Но все лучше, чем зомби. Блин. Хотя вот парадокс, по
как сказать, по расстоянию, которое они проходят, оно равно именно зомби. То есть получается, людские мечи не сравниваются с зомби. Что ты там придумать пытаешься? Блин, на 10%. Хотя это может мне помочь. Ты будешь связывать? Да блин, я... Да я думаю, это немножко поможет, блин. Мне кажется, лучше колдуй ты удачу на моих, потому что... Что-то я наколдовал на этих колдунов, и... Толку не было вообще. А так, может, хоть как-то поможет. Нормально так. Сейчас ковырять будешь. Странно, как-то он бьет. Вот гаргульи такой интересный вид войск, как вроде бы много, но они так слабо бьют всегда, что... Это, наверное, даже самый слабый юнит второго уровня по силе атаки. Что-то они как-то, ни о чем бьют. То есть я вот как вспомню зомби, например, сколько там по сотне они урона наносят, и сколько горгульи как-то. Ну да. Вот реально ни о чем. Что ж такое-то, а? Блин, если я отойду, ты же меня сейчас ударишь. Стой. Сколько у меня удачи? О, у меня вообще нет удачи. Во-во. Выпендриваемся. Хотя надо было бить, наверное. Ну вот говорю, единственное, что эти ребята пока походят. Ладно, чисто посмотрим, как Армагеддон. Ну да, мне кажется, обычными тут особо смысла нет. Я посмотрю, сколько моим нанес урон. 11. Мне кажется, глянь, у ангела такие крылья черные стали. 11. Ну смотри. Джины 60 всего урона по... Ну смотри, у меня мечники тоже урона толком не получили. Что это? Кшатри Раша получил 240 урона. Почему? Вот за них же этот Макс стоит. Странно. Сейчас почитаем, что у них там. Нифига Мак не понижает, блин. Не знаю, блин. Бред какой-то. Приглушение магии полностью защищает соседние дружественные существа от магических атак. Может, Армагеддон там какой-то... Типа отдельно считается там убер-атакой. Ну да. Не знаю я. Нифига он не защищает, блин. Нифига себе, было 5 написано сразу. Ну это просто. Это просто ах. А. Да, Армагеддон тут вряд ли что потянет. Мне даже показалось, что ты себе больше урона нанес, чем мне, если честно. Потому что у меня как бы мечники было, блин, в таких количествах, так они и остались. Кстати, да, заметь, 100 этих, а почему эти-то вообще не этот? А, у тебя же доспехи забыты, возможно, процент как-то этот. Сильно погасил все. Короче, ладно, понятно. Сейчас я еще раз долбану. Армагеддон? Да, и думаю, можно... Мне даже еще мечники не дошли, они тут еще пока переправу переходят. Так и что происходит? Где войска, с кем воевать-то? Ну, видишь, говорю, оно больше тебе урона наносит, этот Армагеддон, чем... Блин, меня прикалывает, что... Этот, как его... У ангела крылья черные становятся. Да это от расщелины.
Просто она, видишь, как-то идет странно. Не-не-не, он когда у меня на другом углу стоял, оно все равно, они не черные становились. Так расщелина как раз-то было. Не-не-не, он на другом же был конце, по-моему. Нет, он как раз где расщелина проходил. Как раз где расщелина. Полетел? Куда я полетел-то? А еще толку, что он стоять будет. Не знаю, дюлей хоть получать будешь. Я не знаю, что эти 99 вообще не мрут? Охренели, что ли, совсем? Ну, потому что они крас. 25 сразу, блин. У людей еще... Интересно, вот я не посмотрел, у Ласла у него контратака прокачана вообще? Хотя, сколько у него магическая стрела? Урон 80, вообще ни о чем, он мечом наносит 94. Так это специально, чтобы всякие клоны, наверное, разбавлять. Так клоны ж можно разбавить. А, подожди, он ж магией не промахивается, да? Да. Ну вот и все. Вот и вся причина. Да ты офонарел, что ли? Я еще не фонарел, еще красные не подбежали. Вот теперь красные подбежали, теперь красные бить. Дальше... Так свалилась книжка, блин. Книжка малышка, блин. Ну блин, если ты уже ничего не придумал. Гриф, все уж по словам там. В общем, я придумал Армагеддоном гасить нормально. Ты понимаешь, что у тебя твои скорее сдохнут? Ну, видишь, у тебя просто у некоторых заклинание отклоняется. Ну, так да. Вот мне интересно, если бы Ласло с этим, с Назиром схлестнулся. Вот чё, блин, Назиру пока, видишь, как везет, он все попадает на этих персонажей, которые этот... Не могут противопоставить. Не, у которых защиты от магии практически нет. Ну, так я и говорю, не могут противопоставить. Чувствую, так дойдет до финала, блин. А финал выйдет тот, у кого так и нету защиты от магии, выиграет. Не, вот для интереса надо будет нам, конечно, чтобы Ласло схлестнулись. Не, ну если они не схлестнутся в турнире, мы потом отдельный бой проведем. Да, главное не забыть. Ну и записать для интереса. Хотя, в принципе, мы уже проводили бой гнома против Назира, и Назир в одну очко ушел, но все равно. Ну, гном это гном. А там тут... у него тоже были достаточно. Прям на грифонах. Да. Да. Предыдущая тактика, да, ты дрался и то эффективнее. Тебя вроде больше ты забрал. Ну, я почти убил мечников. Но я зато у тебя монахов всех убил. Ха-ха-ха. А я на монахов как-то даже и не обращал внимания, потому что они и так никого не забирали. Да, Ласло читер. Да не, он не читер, он прямолинейный тупой боец. Посмотрим, что Айрис может ему противопоставить. Не в обиду всем бойцам. Ладно, за это возвращаемся. Ничего придумать не может. Да, всем пока, в общем. Да, всем пока.